как новенькие. В Самару из северной столицы прибыли 6 вагонов метро, которые проходили на берегах Невы капитальный ремонт. Их доставили локомотивом по железной дороге на собственных осях. Вагоны служили верой и правдой с даты открытия метрополитена. Летом вышел срок их эксплуатации, потребовалось провести полную замену узлов и агрегатов. Такая возможность появилась благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Пневматическая часть подвижного состава полностью заменена на новые резервуары, стояночные тормоза, воздухораспределители. Пневматическая часть, тормоза, это очень серьезно, поэтому здесь все полностью с нуля поменено. В заводских условиях специалисты позаботились о том, чтобы эти вагоны стали не только комфортабельными и для пассажиров, и для машинистов, но и максимально отвечали всем требованиям безопасности. Их оснастили автоматической системой пожаротушения. Причем работы производились с использованием трудногорючих материалов, рассказали в дирекции муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Особое внимание уделено и контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Установлены предохранительные устройства, которые предотвратят случаи падения пассажиров между вагонами состава. Заменили не только техническую часть, обновили и интерьер салонов, в которых теперь установили светодиодное освещение, новые поручни, антивандальные сиденья, стекла, пластиковые обшивки и камеры наблюдения. Не забыли и об удобстве маломобильных граждан. Для них предусмотрены специально отведенные места. Внешний вид вагонов тоже изменился. Теперь они вызывают ассоциации с одним из символов Самары – ладьей. Прокатиться в обновленном составе можно будет в начале ноября. Сейчас сотрудники метрополитена готовят его к эксплуатации. Завтра прибывает сервисная группа, которая будет производить пусконаладочные работы вагонов. Произведем обкатку вагонов в ночное время. Значит, и по истечению всех принятых мер технических, значит, далее составы будут выданы для работы на линии. Срок службы капитально отремонтированных вагонов составит 15 лет. Поезда сформируют из числа вновь прибывших вагонов. 4 вагона будет в одном составе, а также из числа тех, которые после такого же капремонта оставались в резерве с 2020 года. После этого из Санкт-Петербурга ожидается прибытие дополнительных 5 капитально отремонтированных вагонов. Таким образом, совсем скоро на линию выйдут еще несколько обновленных поездов. В ближайшие годы планируется привести в порядок весь парк техники. В ожидании капремонта вагоны регулярно проходят техобслуживание и текущий ремонт, которые производятся собственными силами на базе электродепо. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, здесь также на особый контроль поставлена работа по усиленной мойке и дезинфекции как транспорта, так и станций. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.